В предыдущем ролике, друзья, мы распаковали 300 штук и выяснили, что у нас собралось 5 коллекций. Я вам сказал, каких меньше всего, и все-таки забыл сказать, каких больше всего. Упустил этот момент, и я возвращаю вам должок, можно так сказать. Друзья, смотрите, у нас 3 стопки самые большие. Давайте их так сравним визуально. Сейчас пересчитаем. И вот эта еще стопочка. Сейчас мы посчитаем и выясним все-таки, каких было больше, какие самые популярные, самые редкие вот эти вот кроха мы с вами выяснили. Итак, считаем первую стопочку. Ровно 20 штук дикой дельты. Из 300 штук 20 штук попалась нам она. Дальше. Друзья, 21 мистер Диклс, то есть он на одну карточку обгоняет дикую дельту. Ну, сейчас мы выясним, сколько вот этих. Друзья, тоже 20. В общем, они делят второе место с дикой дельты, и 21 у нас Диклса. Остальных всех немножечко поменьше. Хотя есть тут тоже большие стопочки, но они все-таки уступают по размеру. Вот такая история, друзья. Самое редкое это у нас вот эта вот кроха. Так что, если она вам попалась, друзья, считайте, вам очень-очень повезло. Это редкое. А если есть у вас две таких или, может быть, даже три, можете смело их менять на 2-3 другие карточки, потому что это, я думаю, самое редкое. А остальные очень популярные. Так что вот такая история, друзья. Кроха самая редкая, самая популярная, мистер Диклс. Используйте эту информацию для обмена, если будете меняться повторками, друзья. А я вам напоминаю, у нас идут розыгрыши. Обязательно смотрите на двух каналах распаковки. Пишите там комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на оба канала. И у вас есть шанс выиграть несколько коллекций. Мы будем разыгрывать вот этих карточек. И, возможно, еще кого-то из игрушек разыграем потом. Так что оставайтесь на канале и следите за тем, что здесь вообще происходит. Происходит здесь небольшое сумасшествие. Мы поставили рекорд, распаковали 300 карточек, друзья. Вот такая история. Всем пока!